Всем привет, ребят! Вы на моем канале, сегодня для вас снимаю Тока Бока. Но не как обычно, а вот такое. Вот такое. Кто смотрит меня впервые и увидел это видео, наверное, скажут, типа, а какое еще Тока Бока, если не это? У меня на вот этом телефоне, который я сейчас снимаю, есть Тока Бока Взлом, где много домов, много городов. Вот. Ну, сейчас я снимаю на своем вот этом телефоне, да, где вот эти Тока Бока, где есть много городов и много домов. Но я сейчас снимаю вот на этом старом телефоне, вот, решил пока такое Тока Бока снять, но на старом, вот. Ну, а мы давайте зайдем, вот, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и пишите комментарии, кстати, зацените кактус. И вот еще кактус. Я думала, они колючие, но они вообще не колючие. Ладно, давайте начнем. Вот. Пойдем давай быстрее. И да, ребят, кто не знает, смотрите. Я говорю еще раз. Это не мама. Это ее старшая сестра. Они сестры родные. Она старшая. У нее вот просто парень есть. Вот. И она приехала, типа, к старшей сестре своей. Это тоже не ее ребенок, это ее сестра тоже. Ну или брат, ну сестра. Вот, она тоже типа к ним приехала, а мама дома сейчас просто, ну в другом доме. Вот. Поэтому давайте. Марк, отпусти меня. Не отпущу. Ты знаешь, что она чашку разбила, любимую Элли? Это не ее любимая чашка, сколько тебе повторять, я ее лучше знаю, она моя сестра. Я тебе сейчас устрою. Только попробуй. Ай! Откуда ты такие приемные? А вот так Элли научила. Поэтому отстань от меня. Держи свой костюм. Что за костюм кринжовый ты мне купила? Это вообще-таки Элли купила. Так, Элли, расскажешь, не поздоровится. А тут камера есть, она мне сказала, что повесила. Сейчас она все это будет увидеть. Еще что, ребят, типа, они не ссорятся. Просто так начало. Началось. Так. Что? Она сама виновата, понимаешь? Конфетки сим. Так. Ам-ня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 м. Встань туда. И Марка туда позови, и пусть он тоже туда встанет. Марк, идем. И тучиться надо. Так. Боже, я не понимаю, как так умудриться можно. Я в дурдоме живу или что? И скажите теперь мне, пожалуйста, мы живем на 7-м этаже квартиры. Вас на улице, в магазине, которым я была на 1 метр, вас там слышно. Как там нас слышно, может быть? Интересно, как, если вы тут каждый раз вот так кричите. Марк, отпусти меня! Не отпущу! Ты разбила любимую кружку Элли! Что мне теперь делать? Во-первых, Марк, это не моя любимая кружка, у нас тут любимых кружек нет. Второе, не орите так! Вас слышно за 2 километра! Замолчите оба, не хочу вас слышать! Доели, вот достали, вечно вот орут. Ну вот вечно. Ничего просто поделать не могут.
Ребята, у меня вопрос. Так удобно вам для вас снимать? Скажите, пожалуйста, как удобненько вам так снимать? Так? Вам так нравится? Ну вот, боже, вот надоели уже, надоели. Вот ничего вы так делать не можете. Да что, бе-бе-бе? Короче, я буду рисовать. А ты, Марк, на работу иди. Да пойду я, пойду я. Все равно там директор, начальник даже. Так что одеть? Да у меня даже одеть ничего не с чем. Не все равно. Нет, вот и надеть. Ну, так, это что у нас тут лежит? Ребята, я не понимаю, это для мальчика или для девочки? Мне больше кажется, для девочки, потому что, типа, черный топик тут. Да, для девочки, походу. Ну, так, что, в этом пойду, может быть? Не позорься, Марк! Да в чем мне тогда идти, боже? Да вообще, что у меня делать за такой кринжевый костюм? Что тогда надеть? Я вообще не понимаю. Худи это может быть, что ли? Попробуй только в этом худи пойти его отстирать, блин. Понял. Все в этом пойду. Да ты чё? А что, стирать тебе лень, да? Не лень. Сам будешь стирать. Слушай, тогда иди купи мне какую-то нормальную одежду, которую можно идти. Все, я пошёл. Эй. Ну вот каждый божий такой день. Так, все, я тебя уже к маме отвезу. Давайте, собирайтесь, к маме поедете. Да блин. Давайте. Хорошо. Можно я PlayStation все такое тут... Ой, ребят, простите. PlayStation все такое тут оставлю. Да, оставить можешь тут, потому что у тебя там много игрушек. Ура. Так, бери свои игрушечки. Пойдемте. Я еду. А мы стиляги, на нас такие бархатные тяги. Так, это вроде постирать, да? Ребята, всем привет! Это я, мама Элли, Вики. Ну и, конечно же... Киры. Ну вот. А вы что, думали, я мамаша их не такая старая? Старая? Нет. Ну, нет, я молодая. Мне всё-то 20.
девушка такая, ой, куда я расила? Эту одежду постирать, смотрите, какая она грязная вообще. А куда ты теперь делась? Вопрос у меня такой. А вот тут? Ну вот, короче, эту одежку постирать нам надо. Так. Вот отсюда постирается. Постирается. А я посижу тут. Что-то посмотрю по телевизору, идет что-то. Нужно что-то адекватное. Че это? Ну вот что, ребят, скажите, кому эти рыбы нужны? Мне про рыбы не интересно. О! Садимся. Все. Пропустить-то нельзя. Итак, какую же букву вы отгадаете? Кто же у нас на эфире? Я на эфире. Отлично. Как вас зовут, чтобы отгадать Краспер? Меня зовут Наталья. Хорошо, Наталья. Сейчас просто... Отвечайте на вот этот кроссворд. Как вы думаете, что это за кроссворд? Что это за кроссворд? Блин. Это за кроссворд, ребятки. Помни, если знаем, то подсказываем. Стрим, кроссвордик. Так, вспоминаем. У вас есть примерно 10 секунд. Что? Да, 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Это корабль. Слово кроссворд. Молодец, вы угадали. Вам положено начислить 10 тысяч токенов. Вау! Давайте я диктую номер карты. 703-963-703. Опять 703 и еще раз 4 раза 703. Все. Ну, крутки вообще, ребятки, такими-то бат. Шли буду вообще. Ой. Ну что это я, ребят? Ну я не знал, что я богатая буду. Простите. Простите в Наталью Бордовую. Ну, ребятки, ну я не знала. Ну вот простите. Я не знала, что я так выиграю вообще. Это слово никто не мог отгадать. Это слово... Ну, короче, это игра в кроссворды, и там слово кроссворд. Ну, вы поняли. Все, поднимаемся по ступенечку. Кстати, ребятки, смотрите. О! И тут диванчик. Ну, вот тут полежу как раз-таки. Посплю. Мам, открой, на улице как бы не лето. Мама! Ой, пришли. Так. Ой, чик-чик, заходите. Наконец-то, 3 часа уже стали. Привет. Привет, моя дитя. Привет. Ой, ребята, ничего не вина, простите. Ну, заходите, давайте. Чё стоите-то? Заходим быстрее. Ты её одежду принесла? Нет. Ну, а в чём она, например, будет спать? Пижама, это всё, например. Ну, я об этом не подумала. Ну, вот ты как всегда. Вот. Ну, теперь обратно пойдёшь. Ну, не в трусах же она будет спать. Да могла бы и в трусах. Я тебе все устрою в трусах. Иди давай.
Куда мне это все? Да не сдвигай мою морожку. Да не буду сдвигать, не переживайте. Поставлю вот на место, как стояла. Так, мама, это куда? Это вот сюда, вот со мной рядом. Так, положи ее хотя бы куда-то сейчас. На стульчик, телевизор, сейчас я сказочку включу. Так, ох, вот и сказка. Прямо вовремя так. Так, все. А Марк где? Марк на работе. Понятно. Так. Я хочу порисовать. Динь-динь-динь-динь. Хочу своих куколок уже по-новому разукрасить. Чик-чик. Что, ребята, это были куколки, которых типа красить. Вон так зелененький стал. Ну, конечно, фиолетовый. Куда без фиолетового? Ну, кушать будешь? Не. Так почему это? Ты дома, наверное, опять утром только нутеллу с этими съела. И хлопья. Нутеллу с хлебом и хлопья. Поэтому давай только садись. И ничего слышать не хочу. Давай садись, давай. На обед сейчас тебе макарошечки. Сделаем. С курицей или с мяском. Чего я тебя спрашиваю? Сама буду готовить. Я же вижу, вот какая ты худая. Смотри, какая ты худая. Поэтому все, мазки не пудрим, кушаем, что дают. Сок, да. Сок любите, как обычно, сок. Держи сок. Свой сок. Тарелочку тебе сейчас подадим. Быстро. Так. Тарелочку одну сюда и... Я одну тебе так. Держи, кушай. Маме, надеюсь, курица это без жира. Без жира, давай кушай. Хорошо, буду кушать так. Вкусненько. Паста. Так прикольненькая штучка вот эта. Конечно, прикольненькая. У меня что, ужасненькая все должно быть. Мама, поспи, то с дорожки вот так приустала. Ну, поспи. Через 1 час. Кто это звонит? Марк звонит, пойдем. Ой, да. Алло, Марк. Слушай, а ты где, тебя дома? Вот нигде нету. И твоя сестра. А мы у мамы тоже сюда приходи. Хорошо, приду. И продукты принеси, кстати. Окей. Так, мам, Марк меня просто искал, просто меня дома нигде не было. А вот надо предупреждать, как бы. Он продукты принесет, сюда придет. Ну, хорошо. Да! Да. Я надеюсь, что ребенка кормила. Да, кормила. Молочком. Из бутылочки. Там, мама, хватит, вы просто задавайте из бутылки. А мы с тележки на нас таким бархатным тяжким. Здрасте. Что покупать будете? Здравствуйте. Ой, а что с вашей прической? Вас прям не узнать. Какой пакетик сам был? Как раз 2 вот. Что взять? Вот это. Дальше девочку можно отойти? Да. Вот это. Сосисоны. Вот это. Так, что тут?
Яйцам, да, так. Яйца можно упаковать так? Упакуем, не переживайте. Да я и не переживаю, в принципе, так. Хлопьем. Ой-ой. Хлопьем. Макароны. Макарошки, макарошки. Пицца. Дайте, пожалуйста, мою пиццу. А, они тоже не варят, ну ладно. Так, пробейте сначала так. Тик. С этого уже 1500. Хорошо. Вы яйца пробили? Да, пробила. Так, значит. Это. Ой, пойду где там запаковывать. Так, пробейте мне это. Чик-чик-чик-чик. Все, забирайте. Забираю. Боже, яйца тоже лучше пойду упакую. Ну все, так поадекватнее уже. Во-первых, сдачу заберите. Мне ваша сдача не нужна. Слушай, когда уже март придет? О, вспомнишь солнце, вот и лучик. Да чё там как бы по-другому. На самом деле там вспомнишь говно, вот и оно. Ой, шапочек слетел. Ой. О, заходи уже. Угу. Да, сейчас какая-то неадекватная вообще. Ну, что ты сюда разложил? Иди в кухню положи, ну ты что, тупой? Боже. Ну, вот сюда. Сюда. Сама разбери. Все, я домой пошла. Ой, боже, какой он упертый. Это я упертый. Ну, представь себе ты, боже. Так, что ты тут принес? Так, что еще? Яйца. Просила же яйца не приносить. Вот куда мне вот это, вот куда? Так. Диск так. Включить. Что это за мультик? О, ну вот про ламу мультик. Ну не про ламу, про ленивца. Про ленивца все, я буду про ленивца мультик смотреть. Все. Я хочу больше рисовать. Куколок сюда. И буду перенести смотреть. Мама, ты отвинься немного. Да, я тут сюда сяду. Так, дальше что тут? Пиццу принес. Еще пиццу. Ой. На, держите, про хомяка какого-то детектива смотрите. Еще тоже принес. Ого, сколько мультиков. Какой смешной. Смешной. Так, что еще тут? Ну, помню, этот. От ленивца, как меня теперь пойму, тут какой от ленивца, ну, положим, какой тут есть. Да ну, боже, моюшки. Так, все. Чу. Так. Сосиски. Раз.
три, ой, курицу принес, так, макарошки. Ну все, в принципе, закончила. Так, все, мам, пока, я домой тоже. Ой, пока-пока. Ну а на этом все. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик.